Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары. Өзүңүздөр көз салып байкап тургандай, Кыргызстанда бүгүн сөз эркиндиги коркунучта. Ошон үчүн сөз эркиндиги комитети менен конституциялык кеңешме кыймылы бул бүгүнкү иш-чараны уюштуруп, силер менен ушул багытта талкуулап, астыдагы иш-чараларды белгилөөнү туура тапты. Мен Камиль Айындын жардамчысымын. Азыркы биринчи доклад укук коргоочу экс-депутат Чолпон Жакупова. Темасы бул коопсуздук секторунун күч структураларынын сөз эркиндигин басмырлоодогу ролу, бүгүнкү ролу жөнүндө доклад болот. Вот когда анализируешь все это и грубейшие нарушения норм, процессуальных норм, да, я боюсь, что при моей эмоциональности у меня, как у Алма Шершановича, очень ненормативная, очень и очень ненормативная лексика полезет из меня. Поэтому я прошу с пониманием отнестись к этому, да, я буду просто сухо зачитывать. В соответствии со статьей 31 Конституции каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Отношения, возникающие в области распространения публичной информации, регулируются законом о средствах массовой информации, законом о защите профессиональной деятельности журналиста и законом о телевидении и радиовещании. В связи с возникающими спорами в части подачи и освещения информации имеются два постановления Верховного суда. Первое постановление датируется февралем 2015 года, номер 4, о судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации. И второе от 4 ноября 2004 года, номер 11, о некоторых вопросах судебной практики применения законодательства о возмещении морального вреда. Ну, соответственно, при рассмотрении исков по спорам об опубликованной и распространенной информации суды будут руководствоваться вышеуказанными постановлениями. За последний месяц, я хочу напомнить, что за последний месяц Генеральной прокуратурой Республики СМИ было подано 3 иска на общую сумму 42 миллиона сомов. Кроме того, представителям партии СДПК по доверенности, я подчеркиваю, почему-то не председателям партии, а согласно уставу политической партии СДПК, партия во взаимоотношениях с органами государственной власти должен представлять только председатель партии. Так вот, не им был подписан и подан иск информационному агентству 24KG Карасартовой на общую сумму 2 миллиона сомов. И почему-то, несмотря на то, что это был ненадлежащий, так сказать, истец, да, суд принял иск. До этого была проведена всем известная проверка со стороны ГКНБ в отношении пользователей интернет, которые в своих постах критиковали президента. При этом, в соответствии с законом о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, органы ГКНБ вообще не являются субъектом защиты чести и достоинства президента. Следует отметить, что и действия самой Генеральной прокуратуры входят в противоречие с требованиями закона о гарантиях деятельности президента. Я хочу сейчас сказать, что данный закон принимался в 2003 году. А если вы помните, в 2000, прошлом году, да, была принята новая конституция. Так вот, несмотря на то, что этот закон принимался в 2003 году, и полномочия и функции прокуратуры за это время менялись неоднократно, но статья 4 данного закона остается неизменной. Так вот, в статье 4 данного закона четко указано, что в случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство президента, генеральный прокурор Кыргызской Республики обязан, если другие меры прокурорского реагирования не принесли необходимых результатов, обратиться в суд от имени президента Кыргызской Республики за защиту его чести и достоинства. То есть до внесения искового заявления генеральный прокурор обязан был принять иные меры прокурорского реагирования. Но генеральный прокурор просто, как вам сказать, иных мер не предпринимал и, следовательно, требования закона не исполнил. Следует отметить, что данный закон противоречит также и требованиям Конституции. Согласно статье 104, которой прокуратура не надзирает за деятельностью граждан, юридических лиц и общественных объединений. Прокуратура надзирает только за органами государственной и местной власти и их должностными лицами. В статье 4
четко указывается, какие функции возлагаются на прокуратуру. Это в соответствии со статьей 104 вновь принятой Конституции, за которую усиленно все так дрались, в том числе партия власти и в том числе сам президент. Кроме того, прокуратура по-своему трактует требования Конституции и Гражданского процессуального кодекса. Честь и достоинство присущи лишь конкретному гражданину и человеку, то есть физическому лицу, а не какой-либо должности. Если генеральный прокурор посчитал необходимым обратиться в суд за защитой чести и достоинства Атамбаева Алмаза Шершеновича, то его честь и достоинство должно защищаться как честь и достоинство конкретного физического лица, гражданина Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 16 Конституции все равны перед законом и судом. Если закон о гарантиях деятельности президента позволяет либо обязывает генерального прокурора защищать честь и достоинство президента в суде, то согласно требованиям статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Атамбаев Алмаз Шершенович должен обратиться с соответствующим заявлением к генеральному прокурору. То есть заявление в защиту прав и свобод и охраняемых законов интересов гражданина может быть предъявлен прокурором только лишь по просьбе заинтересованного лица, если оно само по уважительным причинам, по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим причинам не может обратиться в суд. Заявление в защиту интересов недееспособных граждан, а также государственных или общественных интересов, может быть предъявлен прокурором независимо от просьбы заинтересованного лица. Ну, я далека от мысли предполагать, что генеральный прокурор хочет унизить Алмаза Шершеновича, да, возведя его в ранг недееспособного лица, да? Поэтому у меня остается предполагать, я предполагаю, что защита чести и достоинства Атамбаева, гражданина Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура возводит как государственный или общественный интерес. Однако, по-моему, государственный или общественный интерес означает совсем другое. Это тот случай, когда затрагиваются интересы неопределенного круга лиц и задевают государственные цели. В данном случае мы ничего подобного не видим. Генеральный прокурор физически не может обладать телепатическими способностями и единолично определять, задеты ли честь и достоинство Атамбаева. Для этого необходимо элементарное его обращение, то есть самого Атамбаева, с указанием, какая фраза или какой текст публикации, выступления задевают его честь и приносит, если в состоянии приносить, конечно, ему, душевные, а также моральные страдания. Вот я хочу увидеть, чтобы Алмаз Шершенович, да, публично разрыдался и сказал, что ему там сильно так его душевно расстраивает. Если проанализировать, каким информационным агентствам подан иск, то получается, что иски поданы именно к тем агентствам, которые дают возможность выступить лицам, имеющим иную точку зрения, отличную от государственных органов. Настораживает факт, что иски уже подаются к информационным агентствам за публикацию интервью, содержание которого не удовлетворяет то или иное лицо. То есть не за журналистское расследование, не за аналитическую статью агентства, а только за размещение интервью или мнение третьего лица. Это прямо воспринимается как посыл средствам массовой информации исключить любую критику или негативное высказывание в адрес власти. Следует отметить, что параллельно к предъявляемым многомиллионных исков к неугодным СМИ проводится также деятельность и по уничтожению, прямому уничтожению информационного агентства. Так, в свое время, а именно в 2015 году, Рябушкин, вот ведь знаменитый, да, стал, через судебные решения произвел смену собственника по издательскому дому «Вечерний Бишкек». Но я надеюсь, что вы все помните этот кейс. Я не хочу комментировать судебные акты. Здесь все дело было принято, судебное решение было по этому поводу принято. После этого полностью меняется редакционная политика издательского дома, исключается любая критика действующей власти. Кроме того, издательский дом начинает обладать эксклюзивными материалами, на которые начали ссылаться и ОТРК, как признался в одном из заседаний Джорджа Кенеша Карбеков Илим. Тот коллектив, который не согласился работать с Рябушкиным, открыли и создали интернет-сайт «Заноза». Однако Рябушкин, не останавливаясь на этом, уже в 2017 году обратился в суд
о прекращении использования общественным фондом «Промедиа» товарного знака «Заноза» и взыскании компенсации с фонда 3 миллиона сомов. Вот ему понравилось, понимаете, вот с неба падают денежки, да, с помощью судов. Вот он это дело и продолжает. Оказывается, что он в конце 2016 года тихо зарегистрировал на свое имя товарный знак «Заноза», при этом не имея никакого отношения к данному сайту. 18 марта 2017 года, вот если вы помните, совсем недавно, да, вот последнее дело, был проведен марш в поддержку свободы слова. Марш был проведен мирно, без каких-либо эксцессов. Однако, практически по окончании пути следования марша, милицией были задержаны 5 участников данного марша. Сегодня они были, наконец, отпущены, срок истек. Повод вышли на проезжую часть. Однако предъявили букет статей по кодексу об административной ответственности. Мелкое хулиганство, неповиновение милиции, перекрытие дорог. Хотя даже при большом желании максимум можно было предъявить нарушение правил дорожного движения, создание аварийной обстановки, либо создание помех движению, что наказывается лишь штрафом, но не административным арестом. В связи с указанным, при рассмотрении данных административных дел были нарушены ряд процессуальных норм. Так задержанные заявили о необходимости предоставления им защитника и ознакомления с материалами. Однако в нарушении требований статьи 563, 570, 572 Кодекса об административной ответственности защитники допущены не были, как и не были предоставлены материалы для ознакомления. Далее в нарушении принципа гласности статьи 551 Кодекса, а также нарушение требований статьи 591 того же самого Кодекса об административной ответственности, по окончании рассмотрения дела суд не огласил принятое постановление, а решение суда, привлеченные к ответственности лица, узнали позже от сотрудников милиции. Таким образом, я вот представила очень краткий анализ правовой того абсолютно неправового, вот того беспредела, который творится вот за последний буквально вот месяц-полтора в отношении СМИ. Я постаралась быть максимально объективной, ссылаться только на нормы закона для обоснования вот этого своего утверждения, что на самом деле идет систематическое, грубейшее нарушение норм действующего законодательства. Ну и последний вопрос, завершение. У меня есть еще 2 минуты, да? Значит, в завершении. На самом деле, что было, то было, да? И нас здесь собравшихся, наверное, больше всего интересует, что делать и каковы перспективы. Я прекрасно вижу, что, вы знаете, совершенно для нас всех очевидно, что заказ идет, вот что там греха таить от самого президента. Да? Очевидно, моральные страдания и душевные муки, да, они... Но они настолько сильные, да, что человек просто идет на то, чтобы, подставляя своих подчиненных, да, подчиняя все государственные органы, да, толкать своих сотрудников на нарушение закона. Однако я хочу напомнить печальную практику и печальный опыт нашей страны, пережившей 2 государственных переворота. Вот это все всегда чревато. И это всегда заканчивается тем, что за все приходится отвечать. Поэтому в этой связи нам остается только объединяться и противостоять этому. Причем объединяться, мне кажется, что основное объединение должно быть. У нас за это время друг к другу очень много претензий. Да? Очень много накопилось претензий у государственных бывших и ныне действующих государственных служащих в отношении правозащитников, в отношении журналистов и так далее. Да? Но если мы хотим сохранить государственность, а в основе государственной лежит все-таки закон и право, да? Если мы не хотим, чтобы вообще ситуация вышла из-под контроля, да? Нам все-таки... Нам следует объединяться межсекторально. То есть политики,
неправительственный сектор, гражданский сектор, журналисты, все трезвые умы, они должны объединиться и сказать свое твердое «нет», потому что это просто безобразие. То, что сейчас делают с законом, с правоохранительной системой, это просто безобразие. Это могут делать только, это не государственники, это люди, которые являются врагами государства. Могут так поступать с законом. Форумдан катышуучулары бүгүн ушундай атайын чакырылбастан маалымат менен эле көп адам келип турат. Ушу келип катышып турганыңарга чоң рахмат. Эми иллюстрация темасы акыркы күндөрү абдан кеңири көтөрүлүп атат. Өзүңөрдүн силердин эсиңерде болсо керек, жана майдандан кийин эл Украинада, Киевде көчөдөн эле кетип бараткан аткаминерлерди кармап алып эле мусорный бактарга салган. Эсиңердеби? Ошондой жаңылыктардан көрсөтүп, улам бир топ адамдар бакка салынып мусорный бакка. Ошол кезде ошол мусорная иллюстрация деген ошол көрүнүштөр мусорная иллюстрация деп аталып калган да. Анан майдандын ошо негизги талабы болгон. Бийликти тазалаш керек, иллюстрация жүргүзүлүш керек деген. Ошону менен 2014 жылы Украинада бийликти тазалоо жөнүндө деген мыйзам кабыл алынгандагы бул ошол иллюстрациялык мыйзамды. Ошол мыйзам азыркы учурунда иштеп, ошол мыйзамдын негизинде 5000 аткаминер иллюстрация болуш керек эле, эми азыркы учурда 1000 киши ошол иллюстрациядан өттү да. Эми бул баягы кириш сөз катары, анан бул жерде башка улуттардын да өкүлдөрү отурат, анан жаман көрбөсөңөр калган сөзүмө орусча айтайын э. Мы прошли две революции 2005-2010 года, но ни при одной из них вопрос о люстрации кардинально не поднимался, потому что мы все были с вами сосредоточены, весь наш гнев был вылит на президента и его ближайшее окружение. Между тем, сегодня мы с вами видим, что те же лица в правоохранительных органах, те же лица в судебной системе, которые вот были при предыдущих режимах, благополучно занимают должности и продолжают осуществлять антиконституционную и антигосударственную деятельность. Поэтому люстрация как очищение власти, как запрет лицам, которые когда-то способствовали, да, непосредственно принимали решения, влияли на принятие решения, способствовали разрушительной деятельности государства, вот этим лицам должен быть навсегда установлен запрет занимать какие-либо государственные должности. Цель люстрации заключается в этом. Люстрации, да, у люстрации много сторонников, много и противников, но вы понимаете, что противников люстрации достаточно много будет и в нашем обществе, потому что люстрация в первую очередь бьет по интересам определенных социальных групп, которые стремятся всеми силами к власти, да, не ради государственных интересов, а ради личной корысти, ради личных интересов. Но основной аргумент, который выставляют сторонники люстрации, это то, что люстрация нарушает права человека. В этом смысле хочется сказать, что Камила Джумаева до этого сказала, что иллюстрация успешно была проведена в государствах Восточной Европы, да, особенно она успешной была в Чехии, иллюстрация была проведена в Польше, в Венгрии, в Румынии, в Болгарии, при этом было два вида иллюстрации, это репрессивная иллюстрация, когда был составлен реестр лиц, которые были причастны к антигосударственной деятельности, им навсегда был установлен запрет занимать какие-либо должности, и превентивная иллюстрация, которая сегодня успешно продолжает, например, в Чехии осуществляться. Что значит превентивная иллюстрация? Принимается закон о иллюстрации, и каждый, кто претендует на какую-либо должность, обязательно проходит иллюстрационную проверку. Для примера могу вам сказать, что в Чехии в конце 90-х годов
Где-то 250 тысяч человек прошли такую иллюстрационную, подавали заявление на иллюстрационную проверку. То есть это люди, которые собирались претендовать на те или иные должности, да, и 50 тысяч из них такую проверку не прошли. То есть иллюстрационный механизм, он работает и он довольно эффективен. Но, как вы понимаете, для того, чтобы этот механизм был и он заработал, нужна политическая воля. Сегодня такой политической воли нет. Мы ждать того, что кто-то сегодня поднимет этот вопрос Жогорку Кенеши, и что можно будет принять такой закон, и этот закон будет работать, у нас сегодня в этом отношении нет вообще никаких иллюзий. Но это не значит, что надо пустить руки, и в этом направлении мы не можем ничего делать. Мы можем начать процесс общественной иллюстрации. То есть мы можем создать комитет или какое-то совещание, вот как конституционное совещание мы делали, да? Мы можем сделать комитет по общественной иллюстрации. Этот комитет будет общественным органом. Этот комитет уже начиная с сегодняшнего дня начнет планомерно проводить определенную работу. Какую работу? Это разработка иллюстрационных критериев, кто подпадает под иллюстрацию. Это составление реестра лиц, причем реестр лиц, я думаю, составить будет не так трудно, да, потому что те, кто сегодня нарушает права человека, те, кто сегодня осуществляет политические гонения, репрессии, давление на нас всех с вами, на средства массовой информации, они сегодня известны. Будет составляться иллюстрационный список. Ну и я думаю, немаловажно, если параллельно комитет будет начинать определенную работу по разработке законопроекта о иллюстрации. По разработке законопроекта. С какой целью? В целях широкого обсуждения такого законопроекта. Ну и то, что мы сегодня можем, да, основываясь именно на тех реалиях, которые есть, и основываясь на тех механизмах законодательных, которые нам позволены, мы вместе с вами все можем требовать имущественной иллюстрации, потому что имущественную иллюстрацию сегодня государство, оно нам обещало ее провести, и оно обязано его проводить. Для этого существуют все нормы, для этого механизм есть. То есть это элементарно проверка деклараций, имущественных деклараций, и необходимо задействовать норму Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Норма существует с 2012 года, но, как вам известно, по этой статье никто еще к уголовной ответственности не привлекался. Это вот такая небольшая короткая информация, и задача моя заключается в том, привлечь внимание общественности к необходимости иллюстрации. То, что мы упустили и не смогли сделать в тот момент, когда это было очень важно, это было актуально, это не значит, что эти процессы, это движение не может быть начато и осуществлено сегодня. Поэтому, дорогие граждане, дорогие соотечественники, я вас призываю активно привлекаться к этой работе, чтобы вы все были задействованы, принимали активное участие, проявляли инициативы. Я думаю, что мы должны в этом направлении достигнуть успеха. Спасибо. Биздин проблемалардын бардыгы келип, ушул биз саясий системаны башкару формасын тандоодо олтурат. Биз акыркы мезгилде көп айтчу болдук, парламенттик башкаруу бизде парламентаризм орноду депчи. Биз парламенттик башкаруу деп айтып атканда эмнени карап, эмне кайсы критерийлер менен, кайсы методология менен эмнесин күчөп биз парламенттин мисалы мына булчуңун күчтүү экенин аныктайбыз деген суроо бар. Эгер биз сиздерден суранат элем, оюмча отургучуңар столдун үстүндө мына раздаточный материал баягы таркады эле, могул жерде могул турат. Тиги парламенттик барометр деген кагаз бар, ушу менен таанышып чыксаңыздар болот. Бул жерде 32 пункттан турат. Парламенттин күчүн аныктоочу бул менин таразам, менин бул температура өлчөй турган градусникем. Бул мен боюн же узун же кыскалыгын парламенттин чоң же кичинек алсыз же бечел экенин аныктай турган методологиялык курал ушул. Бул жерде 32 пункттан турат.
Айтайын деген нерсем, ушул пункт менен биз парламенттин күчүн аныктай турган болсок, 60%дан жогору ооба деген жоопту алган болсок, биз парламенттик өлкө деп айтууга мындай негиз бар экен да, бул дүйнөлүк практикада каралып турат. Ал эми могул жерди карайлы, ошол эле учурдагы бир материал бар, карап койсоңуздар, могу аркасында жазылуу эле. Мен мисал катары салыштырып кеттим эле бир нече өлкөлөрдүчү. Мен кыскараак айтып кетейин эмесе. Биздин парламенттин бүгүнкү күчү индекси 53% экен. Бул менин жообум. Андан кийинкиси Казакстанды карасаңар 31% деп турат. Өзбекстан 28, Тажикстан 41, Россия 44, Украина 50, Грузия 59 дейт. Дүйнө жүзүндө азыркы учурда эң күчтүү парламенттик өлкө бул Монголия экен. Монголдордукун карасаңар 81% парламенттин күчү 81% деп турат да. Биздики менен салыштырып көргүлө 53% деп турат. И ошол эле учурда Чыгыш Европа бизге тагдыры окшош болгон өлкөнү алып карагыла, мына Польшаны алгыла, Поландтын парламентинин күчү 66% деп турат. Эсиңерде болсо керек, Качинский деген акыркы раматлык президенти бар эле, ал абдан күчтүү болгон болчу лидер катары. Бирок Качинский дагы анчалык күчтүү болгон эмес экен, себеби бул жерде Польшанын парламентинин күчү могул жерде аныкталып турат да, ал өзүн билемдик кыла алган жок, себеби парламентке мындай подотчетный болду да, муну аккаунтабилити деп коет көбүнчө. Мына бул жерде жооптун бардыгы могул жерде турат. Буга дагы кошумча мен бир статистикалык далилди келтирип кетейин. 1973 жылдан 89 жылга чейин дүйнө жүзүндө президенттик жана парламенттик системаларды кабыл алган өлкөлөрдүн статистикасын карап көрсөк, мисалы 25 өлкө президенттик системаны кабыл алыптыр, 28 өлкө парламенттик системаны кабыл алыптыр. Эми ушул жерде президенттик системаны кабыл алган 25 өлкөнүн ичинен 5-өндө эле демократия орноптур да. Ал эми 28 парламенттик системаны кабыл алган өлкөнүн ичинен 17-синде демократия орноптур. Бул деген нерсе демократиянын парламентаризмде орноп кетиш шансы 3 эсе чоң дегенди билдирип атат. Бул өтө маанилүү нерсе да. Ошол негизинен мен айткан ушул 2 аргументим бар эле, ошон үчүн биз бүгүн кайрадан эле менин оюмча бул жерде урматтуу коллегалар, саясий күчтөр, мен айтат элем, биз эрте эле кеч кайра эле конституциялык реформага барышыбыз керек болот. Президентти колдон келсе номиналдуу эле бир институтка айлантып, өзгөчө бул жерде өтө маанилүү бизге бул мажбурлоочу институттор деген бар. Бул бизде орустар буну силовики деп айтат. Мындай силовиктерди күч органдарын колдон келсе парламентке беришибиз керек экен. Бул мындайча айтканда бул КГБ, бул мажбурлоочу институттар, бул принудительный институты да, бул КГБ, прокуратура, армия, полиция, милиция да. Милицияны биз сөзсүз келечекте парламентке беришибиз керек, түздөн түз өзү башкара тургандай кылыпчы. Ал эми президенттин колунда болсо, ал ким болбосун, алтын болуп келсе деле, биринчи жылы ал отурукташып ээрге отурат экен, анан 2-3 жылдан баштап каалаган кишисин коркутуп, каалаган кишисин шайлоого катышып, эгер шайлоого бир күчтүү кандидат келе жатса, аны СМБ менен барып бир күн профилактикалык сүйлөшүү өткөрүп коркутуп коет экен. Сенин бала чакаң бар го, сен жаш элесиң го, эртеңкиңди ойлобойсуңбу деп кичине эле коркутуп койсо, көпчүлүгү самоотвод кылып өзүнүн кандидатурасын шайлоолордон алып коюп атат. Бул мындай нерселерди биз көрүп атабыз да. Ошон үчүн бизге өтө маанилүү, мындан ары дагы конституциялык реформа керек, референдум боюнча дагы керек болот. Анда биз президентти такыр эле бир алсыз, бир мындай жөн эле аксакал сыяктуу эле кыла турган роль берип, күчтүн негизги бөлүгүн парламентке беришибиз керек деп ойлойм. Ошондо биз мого окшогон бүгүнкү күнү кайра 3-үчүнчү жолу көрүп аткан державюну байкабайт элек да. Азыр сөзгө жазылгандан эң биринчиси, бул бүгүн эле силерге эң тааныш Тимурлан Ормуков деген активист бар. Бул жигит президент менен өкөөсүнүн ортосундагы мамиле мамлекеттик деңгээлге чыккан.
Бүгүн эле бул жигит дагы кармалып, азыр эле милициянын колунан келди деп кабарлашты мага. Анан Тимурлан Орумбуков ушул бүгүнкү сөз эркиндигине болгон чектөө өзүнүн башындагы бүгүнкү окуяларын айтып берсе деп. Мен азыр жаңы эле милициядан келдим. Эртең менен 9:30 келип мени алып кетишкен. Анан эми бая баарын түшүндүргөндө көп убакытты алат го. Кыскасы, мен адвокаты жок, эчтеке сүйлөбөйм, эчтеке айтпайм, эчтекеге кол койбойм деп кечээ айтып кетип калган болчумун. А бүгүн эртең менен милициянын жиберишиптир дагы эле келип, анан биз сага адвокат алып келдик. Бирок майскерлердин коллегия адвокатовтон дейт. Дежурный адвокат экен ал. Анан мен бул иштин башына катышпаган адамды кандай ишти билбеген адам кандай аймага адвокат болот? Мен өзүмдүн адвокатым келсин десем, ал адвокатка чалсак телефон өчүккөн. Сен бул адвокатың, мындай адвокат может жоктур деди, аты ким деди, айттым Улан Жумаков дедим. Анан мындай адам может быть на свете не существует, откуда мы знаем? Деп туруп алышты. Анан бир 28-нчи кабинетте мени сурак кылып аткан. 27-нчи кабинетке алып барып камап коюшту, отургузуп 3 саат отурдум ошол жерде. Анан кайра-кайра чалып атып, Улан Жумаковго чалып байланышып, анан ошондон анан чыктым. Анан мен бүгүн айтарым бул жерде баягы бул бийликтин өздөрүнүн колунда баардыгы болгондон кийин батал экен да. Азыркы күндө эгер пайгамбарды дагы бул жерде чыгып каршы сүйлөп койгон болсо, ага да бирдеме таап үйүп чыккыдай күнөөнүч. Анан мен азыркы күндө мына госрегистрден мага чалып айтышты, сенин үйүң арестке коюлуптур деп. Мен ушуну дагы түшүнбөй калдым. Бул же экономический иш болбосо, Дастан Бекешевка жалган жала жапкансың деп иш козгогон. Президентке ыр жаздың деп, сенин ырында регионализм бар деп аяктан Чолпон эже айткан 4-нчү статья боюнча иш баштап, экспертиза өткөрүп, регионализм деп чыгарган. Анан мен бул жерде силерге да баягы көпчүлүккө сураныч, анан колдосоңор да болот деди. Эмне үчүн мага милиция жиберди десем, мен ошол президенттин менин ырымды регионализм дегенде ошол куплет неме болчу да, президенттин айткан сөздөрүнө жазылган ыр болчу, президент өзү жооп берсин деп президенттин өзүнүн үстүнөн арыз жазгам, экспертизага жөнөткөм. Өткөрүп бергиле деп өтүнгөн элем да. Анан азыркы күндө ал немемди токтотуп коюшкан. Өткөн жумада Алмаз Шаршешин айткан сөзүн видеосун көрсөңөр керек, койсуңар деген сөздү кой сарайга өзгөртүп коюшкан. Антип өзгөрткөндө эми мен кайра айттым, кыргыздын душманы кыргыз деген сөз бул улутту басынтууга жатат. Эгер антип сөзгө асылмай болсо, сүйлөгөн сөздүн баарына жармашсыңар, анда биринчи Атамбаев өзүнүн айткан сөзү кыргыздын душманы кыргыз деген сөз бул эмне? Мен чыгып эле кошуна кыргызымды чокуга чапсам болот экен да анда. Мен ушу сунушту айта элем, булар кандай кылса биз ошондой эле жооп беришибиз керек да. Мен азыркы күндө ушул айткан жанагы немесинин экспертизанын өткөрүүнү дайындоону Октябрьский райондук милициясынын немесинде тергөө болуп аткан, ошол жака жөнөттүм Наргиле Райымкулова дегенге. Азыр жооп ала элекмин да. Анан бул Чолпон эже айткандай, ушу баарыбыз күч бирдикте дегендей биримдик болсо жакшы болот эле да. Анан бүгүн көпчүлүк баардыгына рахмат. Ошол интернеттеги жерде деле өздөрү деле карап отурат экен тергөөчүлөр. Ой, башталды башталды, кетир кетир деди, чыгарды да өздөрү колума жетирлер чыгарып коюшту да. Эгерде ушул жерде интернетте ушул силер болбосоңор, ушул эле силердин реакцияңар болбогондо мен кечке чейин деле отура бермекмин да. Тил тергөөчү кыйын болуп аткан, будешь сидеть столько, сколько я скажу, ты обвиняемый деп айткан. Анан интернеттен тияктан чыкты, занозадан чыкты, клопкевичиге чыкты, азаттыкка чыкты, чыга баштаганда эле келип айтты, башталды башталды, давай давай выпускай его деп. Мен акырын чыгып кеттим да. Анан ушу баарыңарга, ушу колдогонуңарга рахмат. Ошол биримдик болуп баарыбыз чогуу турсак күч бирдикте демекчимин. Ошолор рахмат сиз бергендер. Мы оппозиция, представители гражданского общества и представители свободной прессы должны сегодня осознавать того, что мы сегодня в одной лодке. Я начну с последнего, то, что касается развития парламентаризма. Да, действительно, относительно парламентами других стран Центральной Азии, Кыргызстан находится намного выше, намного выше. Но после принятия последних изменений Конституции и наши полномочия урезали. Сегодня мы имеем более зависимые судебные органы власти. Там внедрили ротация. Если эти судьи, как Чотонов,
Джумабаева, Оморова, которые рассказывают политические вопросы, да, в отношении оппозиции. Нет. Удобные решения. Для власти их по принципу работы может отправить в отдаленный район. Сегодня мы имеем 100% судебную зависимую власть. Что касается парламента, это парадоксально. В мире обычно это имеет или глава государства, или глава правительства. Кыргызстан, пожалуй, единственная страна СНГ, где право на вето имеет глава правительства. Это нонсенс. Сами депутаты избираем премьер-министра и становимся зависимы от премьер-министра. Потому что прежде чем подписать любые законы, которые имеют экономические влияния на эти законы, президент теперь, не доведя до президента, может не подписывать. Не подписывать. И третий немаловажный фактор. Без сильной, свободной прессы не может быть и свободного парламента. Вот мы в прошлом году отметили 25-летие независимости. После случая Викиликса, когда один человек восстал против огромной системы и победил, это доказательство того, что свободной прессой победить невозможно. Бороться с свободной прессой – это контрпродуктивно и бессмысленно. Первый постулат. Второй постулат. И при первом президенте, и втором президенте были проблемы с свободной прессой. Ну как сегодня тотальное покушение на свободную прессу, я не помню, что такого-то было. Но, извлекая из прошлого, когда власть борется против свободной прессы, всегда она проигрывала. Всегда она проигрывала. Теперь, сегодняшним действием, в отношении активистов судебный процесс шел закрыто. Это нонсенс. Только если уголовное дело, возможно, закрытое. Когда дело административное, закрытый судебный процесс, вообще такие судьи не имеют права быть судьями. Второе, то, что накладывает арест на имущество журналистов, это настоящее покушение на свободу прессы. И третье, если начнется судебный процесс в отношении Занозу, 24KG, сентябрь, Азаттык, мы все должны быть всегда на стороне журналистов. Даже по примеру радио Азаттык. Их бывшие работники сегодня работают в администрации президента. Их бывший работник работает омбудсменом. Двое сидят в парламенте. То есть это признание того, что это хорошая не только школа для журналистов, но это хорошая школа для и будущих политиков. И судиться Азаттыком, который сегодня стал символом свободной радиожурналистики, я думаю, это неприемлемо. Поэтому, уважаемые коллеги, я призываю вас быть вместе и бороться до конца. Мен Кыргызстандагы азыркы акыбалды байкап көрүп, эмнеден башталды, каяка барабыз, эмне болобуз деген суроо туулуп да. Менимче Кыргызстандагы саясий акыбалдын курчушу биздин президентибиз өзүнүн саясий оппоненттерин саясий куугунтук кылып камай баштагандан башталган. Эң оолу билесиздер Нариман Түлөев камалган. Бишкек шаарынын мэриясында шайлоолордун алдында коюшун Нариман Түлөев жеңилтекпесин деп иш токушуп камап коюшкан. Андан кийин боло берет турбайбы деп башка дагы саясий өзүнүн оппоненттерин камап башташты. Алардын билесиңер Камчы Ташиев, Ахмат Келдибеков, мына азыр Дастан Фарукуловдун кылмыш иштери каралган атат. Бирок былтыр 31 августта биздин элик Ала Тоо аянтыбызда эгемендүүлүк майрамыбыздын 25 жылдыгын белгилеп атканыбызда кыргыз эли майрамды куттуктоо уккандын ордуна бүт дүйнө жүзүнө биздин президентибиз өзүнүн менен бирге чогуу келген бийликке келген кишилерин сындап Роза Отунбаеваны башкылып Текебаевди ошондон баштап Кыргызстанда саясий акыбал абдан курчуп турат. Ушул курчутууну биздин президентибиз өзү баштап
өзі де білгеч болды. Тілеке қаршы Текебай қамалғандан бастап, екі мерсе жаңы қорқынышты біздің демократияға, біздің елімізге қорқынышты екі мерсе пайда болды. Бұл бұғачай болып көрбеген массалық малымат қаражаттарын қоғынтықты, екіншісі жақтаушыларды, адвокаттарды қоғынтықты. Білесіздер, массалық малымат қаражаттарыдағы адвокаттардағы бұлар бейтарап кесіп. Бүгін Текебаевтың адвокаты, ертең Атамбаевтың адвокаты болып қалышымды. Ал адвокаттар еш уақытта баяғы билікте іштеген кішілер емес, мемлекеттік қызматкер емес. Алардың міндеті кімді жақтап атса, ошоны ақтап шығып кетіш. Ошоға жардам беріш, юридикалық жақтан. Аға берген документті адвокат міндетті жария қылған. Ана сен жария қылып қойдың деп баның үстінен іш қозғаған, бұл аша шапқандық. Құдым ұшында елемерсе, массалық мағлымат қаражаттарына кешелі, азырқы қуыртықты. Регламент. Біз атадан қалған сөзіміз бар. Баш кесмек бар, тіл кесмек жоқты. Біздің қанымыз да еркін сөйлеген. Әлемі юридикалық тілмен айта тұрған болсақ, юридикалық илімде Құдайдан берген оқуқ, бұнан жазылған оқуқ деген бар. Құдым ұшы сөз өркендігі, бұл Құдайдан алған оқуғыз. Еш уақытта бұны тыйып қоя алмайды. Рахмат. Мен де ұшу, мен де мұрын айтылған сөзге қосылам. Негізі ең өлкедегі маңызды балалықтарды сақтағанға бір білімдік болбосо, ешбір жиынтыққа келе алмаймыз деп ойлаймын. Анткени баягы айтууга келгендеген көрүп атабыз, көп адам айтып баягы сөз менен, ооз менен деген жардам бергенге аракет кылат, бирок реалдуу кыймыл аракет керек болгондо ачык бир баягы жооп катары көргөзгөнгө келгенде андай биримдик болбой калып атат да тилекке каршы. Бирок мен бирөөнү күнөөлөгүм келбейт, анткени ал кайдыгерликти да мен жакшы түшүнөм. Эки жолу элибиз жабыркады, эки жолу чоң баягы өкүнүчтүү нерселерге кабылды, бирок бийлик андан сабак алган жок да. Тилекке каршы бүгүн ошол унчукпай отурган адамдар да түшүнсө болот, анткени мындан эмне пайда чыгат деген суроону да туура түшүнсө болот да, анткени кайра эле баягы дегендей. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин күчүбүз бүгүнкү күнү бул маалыматтык чоң жумушту алып барышыбыз керек деп ойлойм баарыбыз. Көп адамдар эми билебиз, мисалы үчүн азыр көбүнчө массалык маалымат каражаттары гезит түрүндө болобу, телевидение болобу, бул бийликтин колунда болуп атат. Ошон үчүн бир тараптуу каралоо менен ушу тээ алыскы айылдарга чейин бийликтен үнү жетип атат, биздин үнүбүз жеткен жок тилекке каршы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул кандай гана баягы ыкмал болсун, гезиттер аркылуубу же адам баягы активдүү адамдар кыдырып барып элге жеткизе үнүн айтор. Мен ойлойм, элдин калың катмары бүгүн Кыргызстанда эмне болуп атканын жакшы түшүнүп, ошого баа бергендей болуш керек да. А бүгүн күнөөлөгөнгө да болбойт, анткени мен айткандай маалымат жеткен жок. Эми ар бир замандын өзүнүн коркунучтары болот экен. Бирок ошол жаңы коркунучтарга мен ойлойм жаңыча жооп болуш керек. Мисалы бүгүн мына сөз эркиндигин айтып атабыз. Жаңы сөз эркиндигине куугунтуктоонун жаңы ыкмалары өтө жакшы колдонуп атат бүгүн. Акыркы эле айларда бул мүлктү камоокко алуу биринчи жагынан, экинчи жагынан чоң көлөмдөгү доого чыгуу,
Бұл өкөтен түздөн түз массалық маалымат қаражаттарына болған чоң қолғынтук, анткени мақсат аяғында бир эле, бұл ошол массалық маалымат қаражаттарын иштетпөө жана башкаларга дагы эскертүү деген эле сөз. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү парламенттин деңгээлинде сөзсүз түрдө талкуулар болушу керек. Бул жеке эле ушундай демилгелүү баягы форумдардын гана алкагында эмес, парламентте да ушундай угулар, парламенттик талкуулар сөзсүз түрдө болуш керек. Мен ойлойм, бул жерде отургандарыңыздар дагы депутаттарга, тааныган депутаттарга туура түшүндүрүү иштер менен ошондой талкууларды башташыбыз керек деп ойлойм. Комитеттердин да деңгээлинде ошондой талкуулар болсо деп ойлойм. Анан эгерде баягы сүйлөп эле кала берген болсок, анда бул куугунтук сөзсүз түрдө күчөйт, анткени мына акыркы убактарда көрүп атабыз, эң такыр бир акылга сыйбаган бийлик тарабынан нерселер жазылып жатат. Анткени мына бүгүн акыркы эле ситуацияны дагы айтып кеттик акын Ормуков боюнча. Эми башкасын болсо дагы билбейм, балким мындай ачуу, балким мынчалык талкуу болбойт эле, бирок ушул Темирлан Ормуковго ден соолугуна байланыштуу болгон процедуралар, стандарттар сакталышы керек эле да, башкасына да сакталбаса деп ойлойм да, сакталышы керек эле. Анткени эгерде өзү ошол материалдар менен тааныша албай атса, ошого ден соолугу жол бербей аткан болсо, анда жок дегенде өзүнүн ишенген, өзүнүн жакын адвокатына ошондой мүмкүнчүлүктү бериш керек болчу. Бийлик ошону дагы камсыз кыла алган жок. Демек эгерде бүгүн унчукпа койсок, эртеңки күнү мындан дагы жаман, мындан дагы чоң мыйзам бузууларга душар болобуз. Ошон үчүн мен дагы бир жолу баарыңыздарды чакырып кетем, болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланып, болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү ошол көбүрөөк адамга ушул бүгүнкү күнү болуп аткан ситуация жөнүндө кабардар кылганга аракет кылышыбыз керек. Я буду исходить из своего жизненного опыта, как я понимаю этот термин и что для меня свобода СМИ и как это все увязывается с тем, чем я занимаюсь. То есть издательский бизнес, это для меня был бизнес в течение там, последних там, 25 лет. Там, да? И я вот периодически приходил к такому положению, когда мои конфликты с властью, они уже становились причиной совсем уже другого рода. То есть, когда человек на собственной шкуре убеждается, что критиковать власть – это плохо, это отражается на бизнесе, это болезнь общества, это общее состояние наше сегодняшнее. Мы когда говорим о том, что сегодня творится в Соединенных Штатах Америки, да, когда ведущие корпорации, они абсолютно игнорируют самого президента, личность президента, они делают то, что считают нужным делать, то, что укладывается в их понятие свободы слова, независимости СМИ. К сожалению, все это у нас пока, ну, так скажем, недостижимая вот, линия нашей жизни. Но мы, вот я вот честно говорю, да, то, что было 2 года назад, то, что было в 99-м году, да, и то, что сегодня происходит, это уже абсолютно другой уровень отношений в обществе, отношения к СМИ, отношения правозащитников. И, наверное, это главное. Мы все растем, мы все учимся,
учимся на своих ошибках. Ну, кроме власти. Власть, она всегда была такой, какой хочет быть. Мы, ну, сделаны немножко из другого места. Егерде мамлекет башына саясатка атуулдар келебиз дей турган болсо, өзгөчө министр болуп, депутат болуп, премьер-министр болуп, же болбосо президент болуп, алар алдын ала моралдык жактан өздөрүн даярдап, эгерде мен жөнүндө массалык маалымат каражаттары, эркин журналисттер кандайдыр бир маалыматты жаза турган болсо, ал кээ бир убакта жалган болуп калса дагы мен коомдук фигура катарында ошого чыдайм деп саясатка келишет. Ошондуктан демократиялык мамлекеттерде мамлекет башына келе аткан саясатчылар эч убакта журналисттер туура эмес маалымат жазып койсо дагы аларды эч убакта сотко беришпейт. Бул бардык мамлекеттеги бекем эреже болуп эсептелет. Тилекке каршы биздин мамлекетибизде тетирисинче биринчи кезекте президент баш болуп, анын тегерегиндегилер баштап, мен санап бергим келет, эң биринчи соттошуп аткан журналисттердин бири Дайырбек Орунбеков 3 жылдан бери соттошуп келе атат. Урал Ботобеков Кыргызстандан качышка туура келди. Мен жанымда турган Адил Турдукулов али күнгө чейин соттошуп атат. Вечерканы тартып алышты. Кыргыз Тудейдин бүгүнкү күндө Бегалы Наргозуев түзгөн 10 чакты сот процесстери жүрүп атат. Темирлан Ормуков болсо бүгүнкү күнү мынакей үйүн арестке салышты. Азаттык радиосун, Занозаны, Нарынаевти, Жырматев Кейжини, мына кечээ күнү акыркы болуп Александр Кимди алар колдорунан келишинче басмырлап соттогонго аракет кылып атышат. Бул аябаганда коркунучтуу процесс. Мен ойлойм, биз муну бат эле токтото албайбыз. Бирок граждандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер, саясатчылар баардыгыбыз биригип, ушул азыркы болуп аткан жаман процесстерге чогуу каршылык көрсөтүшкө туура келет. Анткени бүгүнкү күндө биздин каршылык көрсөтүүдөн башка граждандык коомдун, журналисттердин, саясатчылардын мүмкүнчүлүгүбүз жок экенин биз мойнунубузга алышыбыз керек дагы. Баардыгыбыз каалайбызбы, каалабайбызбы, биригүүгө, чогуу күрөшүүгө мен чакырат элем. Я хочу подчеркнуть, что прессинг на свободу слова – это не только иски Заноза, Казатык и 24КЖ. Потому что это является лишь одним из элементов давления. А давлением прямым на свободу слова на протяжении 5 лет являются черные списки на КТР, шельмование и клевета в отношении политических оппонентов, многочисленные избиения журналистов, ни одно из которых не было раскрыто со стороны Министерства иностранных дел, ужесточение контроля над социальными сетями, я заканчиваю, вынужденная депортация из стран гражданских активистов и журналистов, нахождение в застенках за попытку госпереворота политических деятелей, а также запрет на свободу шествий, так как это тоже форма выражения протеста. И я думаю, что вот когда мы обосновываем, почему подают иски Заноза, 24, Азатык, мы не должны думать, что это подают именно за статью, именно эту. Они подают это в совокупности за всю деятельность в отношении Заноза, 24 и Азатык. Потому что 24 выходили более острые статьи, которые открывали лицо приближенных власти. В Азатых выходили материалы в отношении Раима Матраимова, которого он предлагал взятку за то, чтобы этот материал не выходил. И почему-то в отношении этого сюжета не выпускается. А наказание происходит именно за эту статью. И я думаю, что самое важное на этот прессинг только, по примеру мультфильма «Мадагаскар», улыбаться и махать рукой. То есть мы должны показывать тем самым свою солидарность и то, что мы не отступим. Это, мне кажется, самое главное. Теперь в отношении... Регламент. Ким сказал личный опыт. Мне личный опыт 15 лет. Личный опыт сидел в административной камере. И когда вот сейчас говорят, что международные отношения, это международное агентство не должно реагировать. И когда посадили нас 20 марта 2005 года, на следующий день стало известно, что к нам едут комиссия ОБСЕ. И знаете, нас вывели из камеры, привели, вымыли камеру, административную камеру, новое ведро поставили и ждали. И нам постель принесли, правда, и свои. А сегодняшний день, сегодняшняя власть, имея того, что задавила международные организации, и что хотим, то и делаем,
Мне просто удивляет эта ситуация. Я просил бы Камила дать чуть-чуть времени. Почему я прошу? Вот этот вот фактор, мы все ищем правду. Все ищем правду. Я хочу сказать, ища эту правду, да, мы на сегодняшний день, к сожалению, многие, посмотрите, сегодняшний день среди нас многих политиков нету. Они все на крючке. Все на крючке. И Атамбаев, зная эти вещи, он себя ведет так, как ведет сегодня, на сегодняшний день. И, к сожалению, этот пресс будет увеличиваться. И моя большая просьба, наступает время, когда само общество уже требует фактор объединения, будем говорить, достаточно, который не на крючке, достаточно, который имеет выход на людей, без оглядки могут выйти и говорить те вещи, которые считают нужным. И большая просьба, очень со списком люстрации, это просто разговор будет. И эту тему просто я предлагаю закрыть, просто сформировать список Акунова. И мы здесь говорим, что мы эту свободу отстоим. Давайте не будем друг другу что-то говорить, что-то будет увеличиваться, что-то еще будет. Ничего не будет увеличиваться. Мы все это видели, проходили, мы это кино смотрели. И мы прекрасно знаем, чем это все заканчивается. И когда здесь говорит Тамерлан Ормуков, вот Сан Саныч, Александр Александрович Ким и прочее. У меня единственный вопрос, мне кажется, у вас у всех тоже этот вопрос, на этот вопрос у нас нет ответа. Почему? Зачем? Почему сейчас? Почему не тогда? Что? Кому это надо? Это вот эти вопросы, наверное, ответы мы не получим, но нам это жутко интересно. Кому нужен такой сюжет? И почему так надо закручивать все это дело именно сейчас, когда вроде бы человеку нужно остаться в политике, вроде бы нужно было бы, где он там сидит, и, значит, быть гарантом демократии и прочее. Но что делать? Я считаю, уважаемые друзья, коллеги, соратники, мы многое через вами прошли, задача сегодняшнего дня хорошает ханда тому дуртпай бюрок ташитпай. Вот, мы не должны дать ситуацию заморозить, и в то же время мы не должны ее, чтобы она закипела. Наша с вами основная сейчас миссия довести нашу страну и общество до 19 ноября. Добиться и сохранить вот эту свободу, чтобы у нас произошли хорошие свободные выборы. У нас много замечательных лидеров в нашей стране. Наш народ богат, значит, на выдающихся деятелей. И каждый из этих мужчин и женщин должны получить возможность выйти перед народом, а наш народ должен получить возможность свободно избрать. Вот наша с вами задача. Менеме 25 жылда нашу келе канадамын, 1-2 мин кошуп койсоңор, эгер туура көрсөңөр. Анткени көп окуя баштан өттү. 2008-2007 жылдары Эдил Байсал уюштурган жүрүш бар эле, Ырысбек Акматбаевга каршы, криминалдарга каршы. Ошондо өткө юрт мен катышкан эмесмин, бирок мониторинг кылып турган, Южный воротодон башталып, Ак үйдүн жанына келген. Эдил туурабы? Ошондо бир дагы мына Атамбаев азыр Бакиевди жамандап атат. Авторитарный режим, камкор режим, балекет режим, бандиттик режим деп атат. Балким ошондой болсо керек. Бирок ошо бандиттик режимдин башында турган Бакиев да алардын жолун тоскон эмес. Туурабы же туура эмеспи? Тоскон эмес. Эч кимди биздин 5 баланы камаган эмес. Алардын үстүнөн жашыруун сот өткөргөн эмес. Бул факт. Биринчиси. Экинчиси. 2000-жылдары азаттыкка Акаев асылган. Азаттык ушундай тигиндей деп Акаев катуу сындаган болчу. Мен ошондо чыгып Акаевди сындаган элем. Тегерек столдо ошол жерден. Азыр болсо тегерек столго Атамбаев менен отура албайт эч ким. Тегерек столду ким уюштурат? Ошолор менен переговорго кантип барат деп айтып атат. Бул эмне? Биздин граждандар эмне? Башка өлкөнүн граждандары эмне? Бул өзү да туура эмес деп эсептейм. Ошон үчүн ошол азаттыкка Акаев жөн эле асылып койсо, Акаев азыр мына Акаевди, Бакиевди жамандап атат. Жамандасын, туура эмес иштерди кылды. Адамдар өлдү, ак сокасы болду. Бирок деген Акаев менен Бакиев кылган иштин иши жок, жаман иштерди кылганга чейин барып атпайбы? Анткени азаттыктын үстүнөн иш козголуп атат, журналисттердин үстүнөн каржы эсеби жабылып атат. Азаттыктын журналисттеринин баардыгы айлык албай калып атат. Бул Прагадан келет да, бул конгресс бул каржылайт.
бұл іштегі тұр емес төзіптен. Анан шықары президент айтуда, мен туғандарым қаза болды, атам қаза болды, апам қаза болды, аялым ауыр атады, анан түйінті атады, мен түйінті атады, мен өлгені қалдым, қайраттер үлдім дейді. Мен ойлайым, ұрматты президент, мысалы егер анты айты берсек, анда барылыстың башылысты ұшындай болған. Мен де ұшы 25-30 жылын айланасында демократия жүргенінде, апам қаза болды, атам қаза болды, қарындашым қаза болды, башқалар қаза болды. Мен ұшының барын айтқан жоқмын ғой деймін. Алар өзімнің ажалынан өлді десек деп, и домат қылмаймын. Атамбаевтың жаңағылардың барды ұшы демократияның арқасынан қаза болды айтқанға болмайды. Домат қылбаш керек. Анан шығар мына екі революцияның басында мен тұрдым дейді. Ем ұят қой деймін. Екі революцияның басында Атамбаев тұрған жоқ. Именно тұрған жоқ. 2005 жылғы революцияның арында кешігіп келді. Баки манту деп кешікті, ал артта кешікті. Мына мен де мақтасам болады, қайыптың орнына бірінші ақ үйге бірінші мен отырдым ұшындай ұшындай деп. Анткен жоқпын ғой деймін. Ең көп революция. Екіншісі, екінші мәселе, мына екінші революция болғанда дағы ал басында тұрған жоқ. Аза ел өзі қылып, ал қамақта жатты. Ана ұшын іштердің барлығын, ана шықыры мына әрбір сөйлеген сөздердің барлығына кішкене байқаш керек қой. Мына жақында Назарбаев шығып айтып отыр. Назарбаев шығып айтып отыр, дұрматты ел жұрт, әрбір президент, мемлекет басшысы әрбір сөзін тақтап, ойланып сөйлеш керек деген өздерінің сөзін айтып отыр. Анан ақырында айтарым, мына депутаттар жөнінде айтып отыр. Азыр енді мына біз парламенттік система деп атамыз. Бірақ қазір парламент азыр енді балық болып қалды, ешкім ұншыға алмайды. Сіз сол системасы не? Вообще өлді ашығын айтқанда. Реформа толығымен тоқтады. Парламентті бірде президент тарап кет деп айтқан емес. Тарап кет келе. Дегеніне қарамай, парламент ұншықпай отыр отыр. Ұншықпай отыр отыр. Анан шығары мына КТР емне қылып отыр. Илим Қарыпбек айығып кетсін. Аман есен болсын. Мен аға ешқандай тигендерім жоқ. Бірок мына ол күніге ұшу. Біз бюджеттен төлеп отырмыз да. Чөтіктен, арбір, налогтан. Мына Бақыт Бакетаев, Айнур Арзыматова, Қайрат Османалиев, арзыматтар да күніге шығып оларды көрсетіп, шыққандарды көрсетіп қоймаймын олардың пікірлерін. Өзі қысқарттыңыз. Анау үшін мен айтайын дегенім, қысқасы іштеріңдер ерлік қалайын. Бүгінгі ұйыстырушыларға, Бегалы мырза, Кәмелі айым, барыңыздар, ішіңіздер ерлік қалайын. Егер де көбірек сөйлеп болса, кешіріп қойыңыздар. Рахмат. Рахмат. Азырғы сөз саясатталды.